Композитор Дмитрий Шостакович, написавший музыкальную эпопею об Отечественной войне, сейчас живет в Москве. Прошло более 2 лет с тех пор, как он создал свою знаменитую 7-ю симфонию в осажденном Ленинграде, в нетопленной квартире, когда пальцы замерзали на клавиатуре рояля, а звуки музыки прерывались воем сирен воздушной тревоги. Сейчас иное время, и ничто не мешает композитору работать над новым трио, отрывок из которого вы сейчас услышите.